Особое внимание экскурсионным автобусам, детским перевозкам, водителям такси, а также перевозчикам туристов, так называемыми гольф-карами по территории Олимпийского парка. В ходе рейда выявлено 5 водителей гольф-каров, у которых не было водительских удостоверений, как выяснилось, и знаний правил дорожного движения. Однако они перевозили пассажиров по дорогам общего пользования, поэтому привлечены к административной ответственности. Теперь им придется выплатить штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Кроме того, 7 перевозчиков вообще не имели разрешения на предпринимательскую деятельность. Им тоже придется заплатить штраф. 3 гольф-кара помещены на охраняемую спецстоянку и будут возвращены владельцам только после решения суда. Такие рейды будут проходить в Сочи в течение всего курортного сезона.